Это лакшери резорт. Такой огромный холл. Ресепшн. Магазинчики. Место отдыха туристов, можно присесть. Большой, красивый, качественный отель. Оформление в традиционном тайском стиле. Первая линия. Но она не совсем первая. Через дорогу небольшую можно перейти. И вы уже на пляже. Пляжи не оборудованы, но... Лежаковых зонтиков на пляже нет, а полотенце можно взять, но пляжи муниципальные, поэтому можно прийти на своем полотенечке или подстилочке полежать и загорать. Очень большой бассейн, 4-7 тысяч квадратных метров, один из самых больших на побережье. Есть также водное поло, разные анимационные развлечения, есть гольф-поле. Сейчас посмотрим, какие здесь еще есть развлечения. Медитация, можно покататься на велосипеде. В общем, йога, медитация. Такие более спокойные развлечения. Номер Superior с видом на сад. Есть бар на бассейне. Очень большой бассейн, конечно. Разместиться могут все желающие. И вот так с таким кустиком стрижным. Находится небольшая дорога и пляж. Пляж муниципальный. Взять можно только полотенечко. Лежаков, зонтиков нет. Там, возле бассейна. Есть также детское отделение в бассейне, ворота для игры в водное поло, джакузи. И есть отделение для малышей. Thank you.
детская площадка. Также есть детская комната. Какие-то активити у меня. Хороший зал, оборудован. Есть бесплатная сауна. Можно воспользоваться любому желающему. Спа для сапитель.